новый флагманский 10-дюймовый планшет Sony Xperia Z2 Tablet. Поставляется в картонной коробке. Как видим, здесь действительно он отличается мощным 4-ядерным процессором с Qualcomm Snapdragon. Здесь же указаны его и другие отличительные черты. В комплекте поставки идет сам планшет. Он еще упакован на его упаковке защитной прозрачной ленте. Указаны его основные характеристики. Это экран 10,1 дюйма Full HD по технологии Triluminos. Толщина всего лишь 6,4 мм. Защита IP55-58. Четырехъядерный процессор с 3 гигабайтами оперативной памяти. 8-мегапиксельная камера и поддержка 4G LTE. Помимо него, естественно, в комплекте идет документация. Зарядка на 1,5 ампера. Микро-USB кабель и наушники. Планшет отличается изящными формами. Очень тонким корпусом. Это прямоугольный корпус почти что острыми углами, но чуть-чуть все-таки закругленными. По ободку идут металлические вставки с металлическими кнопками. А вот задняя панель из прорезиненного пластика. Это, на мой взгляд, все-таки несколько убавляет его дизайне в плане привлекательности. Все-таки здесь напрашивается скорее металлический корпус целиком. Большую часть лицевой панели занимает экран 10 дюймов, но видим, что рамки все-таки вокруг экрана достаточно широкие. Сверху находится фронтальная камера, датчики. Тут даже хватило места для надписи Sony. Кнопок отдельно выделенных нет. Все они находятся, кнопки управления, в интерфейсе. Поскольку планшет защищен, то его основные порты и слоты спрятаны под заглушками. Так, на верхнем торце под заглушкой расположен слот для карты microSD и micro SIM-карты. И рядом с ним находится порт microUSB. Здесь же неприкрытый ИК-порт, отверстие микрофона. На левом торце кнопка питание блокировки экрана, регулятор громкости. Внизу находится единственный открытый разъем для подключения наушников. Внизу разъемы для док-станции. На задней панели, как я уже сказал, это прорезиненный пластик, находится основная камера 8 мегапикселей. Здесь же значок поддержки NFC, ну и надписи Sony и Xperia. Экран Triluminos очень яркий, с насыщенной цветопередачей, насыщенной при этом достаточно естественной, я бы сказал, цветопередачей и с большими углами обзора. Sony Xperia Z2 работает на мощном 4-ядерном Snapdragon 800, частотой 2,3 ГГц, графикой Adreno 330. Оперативная память 3 гигабайта, встроенная 16, из которых доступно более 11. С такой мощной комплектацией планшет, естественно, показывает самые высокие результаты в тестах производительности. На нем идут любые самые тяжелые игры и воспроизводится любой видеоконтент.
планшет работает на Android 4.4.2 с установленным интерфейсом Sony. Весьма таким веселеньким и интересным в использовании. Здесь уже установлено много разнообразных приложений. Помимо Google, это приложение от Sony, хотя бы нельзя не упомянуть Walkman. То есть теперь вы всегда будете наслаждаться музыкой. Для этого надо ее накачать. Ну и, собственно говоря, в этом ничего удивительного. Можно использовать и сетевые сервисы Sony. Track ID. Навигация от Garmin. Office Suite Pro. PlayStation. Ну, это если у вас есть PlayStation, то тогда можно данное устройство связать между собой. Посмотрим, как снимает здесь камера. В принципе, обычные стандартные настройки. Много разнообразных режимов настроек. Например, супер авторежим. Автоматическая оптимизация параметров съемки. Здесь же можно сразу включать, как снимать как камерой, так и записывать видео в формате Full HD. Мощная батарея на 6 ампер-часов позволяет смотреть видео 12,5 часов или играть в игры более 5 часов. Sony Xperia Z2 Tablet, конечно же, очень мощный планшет, но при этом и весьма дорогая игрушка, которая стоит около 8000 гривен или под $700. Так что оставляйте лайки и комментарии, делитесь моим видео. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новости мобильной связи, обзоры смартфонов и планшетов.